Прокуратура требует лишить полномочий треть депутатов Омского городского совета из-за того, что они скрывали свои доходы. Нарушения нашли в налоговых декларациях 14 парламентариев. Некоторые депутаты забывали, что у них есть машины, или записывали марку подешевле. А вот директор нефтеперерабатывающего завода Олег Белявский, например, неправильно указал свои доходы. По закону это может служить основанием для освобождения от полномочий. Однако в самом городском совете от такой меры отказались, там провели свое расследование. Депутат должен помнить абсолютно все свои доходы. В том случае, если даже он 2 часа где-то в университете прочитал лекцию, он обязан через год показать эти доходы. Были ошибки у депутатов, в частности, по транспортным средствам. Некоторые были переданы по доверенности, реализованы, но не сняты с учета. Поэтому основные рекомендации – предупредить депутатов о необходимости более тщательно подходить к заполнению декларации. Еще один спор с прокуратурой разгорелся из-за того, что депутаты себе в помощники брали своих же родственников. К примеру, депутат от ЛДПР Алексей Ложкин нанял жену, а его коллега из «Единой России» Юрий Филатов – сына. По данным, за июль зарплату он получал 39 тысяч рублей. У коммуниста Леонида Михайленко в помощниках – дочь.